Привет, с вами Андрей и Бешамал, Симьюра и Драгонфайр. И это вторая серия Майорити. В этот раз у нас записывается звук. И мы перерандомизируем Ориджины. Вот, то есть снова случайный, снова выбрать. И кто я? Я Слизень! Андрей, я тоже? Молодец, молодец. Вау, а я Пиглин, я не знаю, что это делает. Я Тритон. Ай-яй-яй, больно на суше, больно. А что, ты прям на секунду не можешь вылезти или можешь вылезти? Я могу, у меня эти пузырьки воды тратятся, знаешь, это как... Смотри. А, Симьюра, возьми эту прекрасную испанскую абедулес. Симьюра, ты, по идее, можешь вставить себе легкие какого-то животного, чтобы дышать под водой, или наоборот, тебе нужно вставить легкие рыбы, чтобы дышать на земле, я не знаю. Так, ребят, сейчас... а где у нас склад в этой деревне? В какой деревне? Подземной. Какая подземная деревня? Ты о чем? Так я только что на координаты тебе пришел тут. Подземная деревня. Так, стоп. Ярик случайно пришел не на те координаты и попал в подземную деревню, которые очень редки. Я вижу да, Ярика. Давай. Подождите, я вижу Ярик, он там под землей реально. А ты видишь мой ник? Андрей, ты можешь... Ну, в принципе, тут как бы ничего особо лучше хорошего нету. Я бомбу из слайма выбил. Ничего себе! Мне из слайма выпало зелье везения! Так, теперь... В смысле? У меня есть легкая рыбки. Дышишь? Нет, я погибаю. Блин, тогда тебе нужно все-таки еще одно легкое вставить. Слушай, погоди, остановись. Дашь мне ножницы? Сим, возьми мое легкое и вставь его себе. О, спасибо. Все, мы на острове. Тут правда ничего нету. Ребят, я вам сейчас корды кину, идите ко мне. Сейчас мы будем пиратов. Вот здесь. Стак железа! Я стак железа нашел! Чего я нахожу? Как будто бы это много, когда у тебя есть ферма железа. Так алло, я нашел! В одном сундуке иметь стак железа? Ну все! Ну все! Все, это все! Ты нашел город Незера? Что? Миша умер. Миша. Миша, прости меня, я виноват перед тобой. Да, класс, сейчас наформлюсь, сделаю себе это. Очень... Я прокачал копание на максимум. Все, неплохо. Неплохо. Мега неплох. Хорош. Ты нашел книги заклинаний. Короче, все, в этом данже больше ничего не осталось. Если мы найдем деревню, я ее уничтожу. Вы не против? Ну хоть жителей мне отдашь там. Они будут Нет. жить у меня в подвале. Мне нужно их убить. Ну хотя бы одного в подвал по себе. Да в смысле убить, Андрей? Просто уведи их, Андрей, ты ебаешься? Миш, убить просто более легкий способ. Но... Нет, Андрей, нам жители нужны, они книжечки продают. Андрей, ты че? Хочешь жителей? Сейчас сделаю жителей.
Помогите, Роза. Это таблички, на которых могут появиться жители, когда спишь. То есть, когда спишь, на следующий день на них могут появиться жители. Но табличка пропадает. Вот. Они очень дешево крафтятся, но шанс очень маленький. Кстати, если около этой таблички поставить изумрудный блок, то житель 100% появится на следующий день. И украдет его. А потом исчезнет. Ну, блок пропадет, но... а житель останется. А у кого это 19 изумрудов? Меня. А, они забрали изумруды! Это не работает так, только одна табличка сработала, блин. Они знали, что мы выгоним. Так, да, они в домик заселятся, сейчас пойдут. Сейчас пойдут в дом. В общем, на сегодня все. Это была вторая серия нашего вызывания. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Пока. Всем пока.